Здравствуйте, это проект «Поверь в себя» и я его ведущая Оксана Баби. Интересно отметить, что география нашего проекта расширяется. И сегодня героиня приехала к нам из самого Киева. Знакомьтесь, Алла. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Оксаночка. Вы уже адаптировались после дороги из Киева? Да, в принципе, адаптировалась. Как же так получилось, что вы узнали о нашей программе даже в Киеве? Ну, дело в том, что я смотрю YouTube, интересуюсь всякими программами. И узнала, вот, что существует такая программа. Мне она очень нравится, я периодически ее просматриваю. Это приятно слышать, что есть люди, которые регулярно следят за модой. Я надеюсь, что вы следуете советам наших стилистов. Конечно, следую. Это очень интересно и познавательно. Расскажите немного о себе. Ну, сейчас я на пенсии. Я занимаюсь внуком. У вас один внук? Один внук и одна внучка. Боже, счастливая бабушка. Прекрасный муж, дочь. То есть, в принципе, идеальная семья. Идеальная семья. Но хотелось бы что-то нести новое в семью. Эти обыденные дни, которые ежедневно. Ну и посмотрев вашу передачу, я думаю, что я что-то все-таки узнаю для себя интересное. Безусловно, стилисты поработают сегодня именно над тем, чтобы подобрать для вас что-то новое и интересное. И в эту идеальную семью мы привнесем новый идеальный образ ваш. Хочется все-таки быть женщиной, и не только бабушкой, а и прекрасной женой, чтобы всегда нравиться своему супругу. Я уверена, что если вы столько лет вместе, то он вас любит, души в вас не чает. Но вы знаете, как важно, чтобы внуки хвастались модной бабушкой? Да. Вот к этому мы тоже будем стремиться сегодня. У нас сегодня будет насыщенная программа, но так как вы гости в нашем городе, прежде всего я хочу вас, наверное, не познакомить, потому что вы наверняка здесь часто бываете, но освежить какие-то воспоминания в вашей памяти об Одессе. Когда вы были последний раз в Одессе? Летом прошлого года. Ну, достаточно давно, уже кое-что у нас поменялось. Мы сейчас пойдем с вами и прокатимся на экскурсионном автобусе. Экскурсию по Одессе полезно регулярно совершать не только туристам, но и коренным одесситам, чтобы не переставать замечать красоту нашего города. У Аллы с Одессой связаны свои теплые воспоминания. Сюда теперь она часто ездит отдыхать к своей подруге детства. Ну что, Алла, какие ощущения у вас после этой утренней прогулки по такой еще пустынной Одессе? Очень приятные ощущения. Вы знаете, каждый сезон несет какую-то прелесть. Каждая пора года великолепна сама собой. А Одесса, конечно, встречает всегда радостно и дружелюбно. Вас сегодня вообще встретило солнышко, да, в Одессе? Да, солнышко утром. Это неспроста. Значит, день будет тоже таким же интересным и насыщенным. Ну, а мы сейчас с вами направляемся в салон «Бриджит», где будем создавать новый интересный образ. Это приятно. Как и обещала, приехали мы в замечательный салон «Бриджит». Сегодня мы подчеркнем здесь вашу красоту. Вы меня поразили тем, когда вы сказали, что да, это действительно ваш натуральный цвет волос. Но я так понимаю, что есть определенные сложности по уходу за даже натуральным цветом волос, когда ты блондинка. И сегодня мы спросим у мастера салона Елены. Елена. Как же ухаживать за такими волосами? У блондинок и крашеных, и натуральных волосы тоненькие, и они подвержены сухости. То есть их за ними нужно очень хорошо ухаживать. Обязательно нужно брать шампуни, брать бальзамы такие, которые увлажняют волосы. Я бы хотела вас познакомить с специально разработанным матриксом для блондинок серии шампуней и бальзамов, которые дают хорошее увлажнение волосам, оживление, блеск прекрасный после таких шампуней. Блондинки очень нуждаются в уходе. Вы знали о том, что нужно так тщательно ухаживать за волосами, даже в случае, если вы их не красите? Никогда даже не задумывалась, что нужно пойти в салон, посоветоваться и, соответственно, принять какие-то меры по уходу за волосами. Ну, это обычно ошибка клиентов, что говорят, вот крашеные, они требуют ухода, а вот натуральные, оно как бы само собой должно. Нет, всегда волосы нужно свои любить и ухаживать за ними, и помогать. И для того, чтобы вам легче было это делать, салон «Бриджит» дарит вам
наборчик, и шампунь, и бальзамчик для ваших прекрасных волос, чтобы они себя чувствовали комфортно и всегда выглядели здоровыми, красивыми, блестящими. Прошу Спасибо вас. Вам большое. Замечательный подарок. Я, Алла, передаю вас в руки мастера высокого класса, победителя множества конкурсов, Елены. После этого вашим новым образом еще займется визажист Анна, тоже мастер очень высокого уровня. А мы с вами уже увидимся в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Приятно осознавать, что все больше женщин заботится о здоровом образе жизни, питании и своей фигуре. И в этом им всегда готова помочь диетолог проекта Наталья Хадеева. Вы бы хотели свой вес как-то немножко контролировать, как я понимаю. Хочется как-то преобразиться в лучшую сторону. Но я понимаю, что это надо постепенно сбрасывать вес, потому что это отражается на коже. Состояние здоровья. Конечно, комплексный подход должен быть. Если у вас завтрак достаточно сытный, то в этом случае вам нужно хотя бы, как минимум, разбавить его овощами или фруктами. Что это значит? Вы должны до завтрака либо выпить какой-то фреш, либо съесть какой-то фрукт, который улучшит ваше пищеварение. И, естественно, что он поможет впоследствии расщепить белки и жиры. Что у вас, например, дальше в обед? Я готовлю, конечно, полноценные обеды. Первое, второе, третье. Вы наверняка знаете, что вам добавляет вес. Может быть, есть смысл прописывать вам меню, чтобы оно у вас было перед глазами, так вам будет проще. Какое-то меню составить более такое некалорийное. Да. Да. Ну, если, допустим, борщ, наверное, отказаться от сметаны. Логично. Борщу, да? Да. Или там, ну, не знаю, может, даже и второе не скушать. Только выпить компот или какой-то там сок. Хорошо, Алла, если я вам составлю меню, вы обещаете, что вы будете его придерживаться хотя бы неделю, а потом мне расскажете? Обещаю. И отказаться временно от мучного вы сможете? Смогу. Потому что сладкое на самом деле – это совершенно бесполезные калории, которые дают только жир, вес и некрасивые бока. То есть нужно просто этот процесс отрегулировать и в некоторой степени, может быть, уменьшить объемы. Поскольку вы занимаетесь физической нагрузкой, это вам большой плюс, так как застоявшиеся жировые отложения очень сложно только диетой выводить, обязательно нужна физическая нагрузка. Поэтому вам нужно только подкорректировать сейчас вот некоторые сочетания в продуктах. Для женщины очень важно получать и тот же жир, который важен для нашей красивой кожи, и обязательно белки, которые строят наши мышцы, и обязательно, естественно, пищевые волокна, которые в овощах и фруктах. И ни в коем случае не нужно думать о том, что если вы будете кушать все продукты, вы не сможете никогда похудеть. Просто нужно их правильно сочетать. Алла, первый этап вашего преображения уже закончен. Я хотела бы узнать, как ваше настроение? Настроение отличное, мне очень все понравилось. Гостеприимство, доброжелательность визажистов, стилистов, диетолога. Теперь с вами встреча меня тоже радует. Я надеюсь, что вы мне подберете отличный наряд. Ну да, я думаю, что мы можем приступать уже ко второму этапу вашего преображения в торгово-развлекательном центре «Ривьера». И сейчас мы находимся в магазине «Маркс энд Спенсер».
Здесь очень большой выбор женской и мужской одежды. И что мне нравится в женской одежде, в ней очень гармонично сочетается элегантность и женственность. И поэтому я предлагаю нам начинать уже первую примерку. На этот первый ваш образ меня вдохновили ваши внуки. И мне захотелось создать что-то такое уютное, удобное для вас, в чем вы могли бы пойти на утренник, например. И просто великолепное сочетание блеска на аксессуарах с блеском в ваших глазах. Холодные оттенки, из которых состоит данный образ, очень хорошо освежают весь внешний вид. Вам самой нравится? Очень нравится. Вот заметьте, шарфик наброшен совершенно непринужденно, и нам не пришлось его как-то особенно завязывать. Таким образом, он очень хорошо вытянул силуэт. Просто прекрасный образ. Да, иногда нам не нужно ничего замысловатого для того, чтобы придумать что-то очень комфортное, и то, что будет выглядеть, просто замечательно. Мне очень нравится. Спасибо большое. Ваш второй образ, я захотела увидеть вас все-таки в платье и показать, что в повседневной жизни можно носить не только джинсы, чтобы это было удобно, а также можно вот подобные наряды в виде платья для себя выбирать. В таком платье вы можете как пойти на работу, так же встретить мужа дома и выглядеть при этом женственно. Хочу обратить ваше внимание на вот этот замечательный аксессуар в виде шарфика светлого. Он хорошо освежает весь образ и очень гармонично сочетается с вашей сумкой. Сумочка очень вместительная, что тоже важно для любой домохозяйки. Гармоничное сочетание обуви и платья, которое очень похоже по цвету, визуально вытягивает весь силуэт, и фигура кажется стройнее. Третий образ по старой традиции нашего проекта – вечерний. Но он не просто вечерний, он для праздника в семейном кругу. В данном случае вы можете его использовать на Новый год. Как основная хранительница семейного очага, я хочу, чтобы вы были акцентом этого праздника. И поэтому платье на вас красное. Вы готовы так встретить Новый год в кругу семьи? Да, конечно. В таком наряде прекрасно выглядеть. Это просто замечательно. Что ж, я думаю, что замечательные образы получились сегодня. И каждый по-своему характеризует вас. Как бабушку, как любящую жену, как мать и красивую женщину. Поэтому наслаждайтесь собой, любите себя и выбирайте для себя самые красивые вещи. Спасибо большое, Ирина. Все мне понравилось. Прекрасный день. Мне тоже было очень приятно с вами поработать. А вас уже, кстати, заждалась наша ведущая. Вы потрясающе выглядите. Спасибо большое. Я не видела вас целый день и прям соскучилась по вам. Вам все сегодня понравилось? Очень понравилось. Спасибо вам большое. Я спасибо знаю, вашей передаче. Все наши профессионалы выполняют свои задания на 5 с плюсом. Но вы знаете, я не просто так вас оставила ненадолго, исключительно в их руках. Потому что, честно говоря, кое-что готовила для вас. Это было непростое задание. Я знаю, что у вас есть в городе очень близкая ваша подруга. Когда мы сегодня вспоминали о ней, вы так растрогались на экскурсии. Наверное, не раз проводили время, гуляя по городу. Да, совершенно верно. Моя любимая подруга сегодня Ирина. Сегодня вы провели целый день с нами и даже ей не позвонили. Ну, некогда было. Скучали? Скучала. Не скучайте. Смотрите, кто. Это я. Аллочка, ты замечательна. Ты просто потрясающе выглядишь. И я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда, каждый день, каждую минутку вот так выглядела, радовала мужа своего.
внуков своих. Я тебя обожаю. Сегодня один, наверное, из самых удивительных финалов нашей программы. Не зря близится Новый год. Я вижу, насколько вы обе счастливы. Я испытываю те же самые эмоции. Это правда. И торгово-развлекательный центр «Ривьера» решил сделать ваш вечер, сделать его классным и запоминающимся. И я надеюсь, что так это и будет. Тем более, вы так обе потрясающе выглядите. Начните, пожалуйста, с просмотра того фильма, который вы для себя выберете сегодня. Вы можете подняться на второй этаж и получить в течение нескольких часов удовольствие. Наверняка уже не ходили в кино очень-очень давно, еще тем более вдвоем. Я рада была с вами познакомиться. Хорошего вечера. Я хочу сказать, что у меня очень много впечатлений о сегодняшнем дне осталось. Спасибо. Спасибо, нам правда приятно это слышать, мы стараемся.